Абдулманап Магомедович, здравствуйте. Здравствуйте. Как вы оцениваете турнир, который сейчас проходит в Владикавказе? Количество стран и спортсменов высочайшего уровня показывают хорошую борьбу. Ну, очень минимальный счет, конкурентные очень схватки, хорошие схватки. Какие эмоции получаете от просмотра данных соревнований от борцов, которые показывают достаточно высокую борьбу? Ну, я возьму одного борца, 5 лет тренировался у меня, Абаз Гаджиев. Он в финале проиграл, Насыр уже Фирзалиев, очень хорошему спортсмену, ну, с минимальным счетом. Я надеюсь, что они покажут в дальнейшем хорошую борьбу. И очень интересные другие схватки. Вы воспитали очень много чемпионов, чемпионов мира. Расскажите, в чем секрет, какой подход должен быть к спортсменам? Стабильность и желание работать. И это именно от вас или именно от спортсмена? Это должно исходить от спортсмена и от тренера, от обоих. Если один работает, другой нет, все равно нет результата. Это слаженный тандем. Как часто приходите именно к вольной борьбе, пользуетесь средствами вольной борьбы? Я не понял вопрос. Не понял. Как часто вы пользуетесь средствами вольной борьбы в своей специфике? Мне кажется, в основном в моих бойцах очень много наблюдается борьбы. Это самбо, и дзюдо, и вольной борьбы. Грехоринки, все виды борьбы используют. На ваш взгляд, вот вы много посетили международных турниров, соревнований. На этом турнире всего достаточно, ничего не нужно поменять, добавить? Я думаю, зал нужен побольше. Какие шансы, какие возможности в Урсуалане, что... Я думаю, нужен дворец спорта большой, вместимостью, чтобы все болельщики могли приходить на такие интересные турниры. Спасибо вам большое.